Всем привет! Добро пожаловать на канал ВТНТ. В моих руках смартфон Xiaomi Mi Mix 2. Он меня во всем устраивает, кроме одного. Это камера. Я думаю, что владельцы Mi Mix 2 меня точно поддержат. Этот смартфон отлично подходит для веб-браузинга и социальных сетей. Но бывало ли у вас, что вы хотите зайти на какой-нибудь ресурс, и он у вас не работает? Или сейчас вы находитесь в путешествии, а зайти в любимую соцсеть не получается, происходит какая-то ошибка при загрузке. Вот и я об этом. В данном случае ВКонтакте и Яндекс у нас в Украине заблокированы на уровне государства. Поэтому я установил приложение, которое называется Surfshark VPN. Я могу сымитировать заход с любого другого государства, в котором не заблокирован ВКонтакте и Яндекс. Например, Великобритания. Одним кликом я соединяюсь к Великобритании, и давайте проверим, работает ли VPN. Оба-на, все работает. Давайте посмотрим, работает ли ВКонтакте. Да, уведомления приходят, все достаточно быстро грузится, а также воспроизводится музыка. Да, работает. Почему я выбрал именно Surfshark? Потому что можно законнектиться с более чем 50 стран мира. Они имеют более 800 серверов. При необходимости в Surfshark я могу поставить приложения, которые будут только работать через VPN. Например, криптовалютная биржа Poloniex. Все, теперь она будет коннектиться только через VPN. Еще я могу поставить приложение, которое будет коннектиться только без VPN. Например, мое банковское приложение Monobank. Отлично, теперь Монобанку не будут приходить уведомления о том, что я появляюсь и исчезаю в различных точках мира в считанные секунды. Также у Surfshark есть дополнение, которое блокирует рекламу, спам, фишинг и все остальное. Вам достаточно просто перетянуть ползунок, и все будет работать. Кстати, если вы хотите быть полностью анонимным, есть функция VPN Kill Switch, которая отключает интернет, если вдруг VPN соединение отключается. Еще одним преимуществом Surfshark является неограниченное количество устройств. Вы можете дать ваш логин и пароль вашим друзьям или семье, и они также будут пользоваться VPN. Плюс ко всему, по ссылке в описании вы можете получить 84% скидку на Surfshark VPN. Правда, нужно платить за 25 месяцев, но у них есть 30-дневный манибэк, соответственно, в этот период, если вдруг вам что-то не понравится, вы сможете отменить. Сейчас я подключен к VPN Великобритании, и я заметил одну такую интересную вещь. Часть треков недоступны. Есть вам небольшой лайфхак. Вы пересоединяетесь в другую страну, например, Молдова. Обновляете страницу по музыке, и эти композиции становятся вам доступными. Это связано с политикой распространения контента, но благо, что у вас есть Surfshark, который может порешать и этот вопрос. Это же касается и Spotify, и многих других сервисов, которые не работают в определенных странах. Также я протестировал скорость интернета через спид-тест, скорость моего интернета без VPN, и теперь я подключаюсь к VPN, к быстрому серверу, и let's go тестить. С VPN-чиком, по-моему, тоже все отлично. И скорость с VPN также впечатляет. Конечно, все зависит от серверов, к которым вы подключаетесь, но тем не менее, скорость хороша. Итак, друзья, подведем итоги. VPN от Surfshark, конечно, платный, но тем не менее, он несет именно те преимущества, о которых я рассказал в видео, и если они вам нужны, то Surfshark VPN вам в этом очень даже поможет. Напоминаю про ссылочку в описании, а также возможности пользоваться для большого количества людей. Плюс ко всему есть приложение для компьютера, расширение для браузера. Все это также есть у Surfshark VPN. На этом я заканчиваю свое видео. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие интересные видео. Всем пока, до скорых встреч в новых видео.